все добре було. Шкода, що програли. Команда старалась, але сезон тільки почався, ми ще будемо вигравати. Фізичної підготовки не вистачило. Юніс команда сильна. А так по техніці все нормально було. Ну, перша гра, що тут буває. Наступні ігри будемо вигравати. Судя по игре, неудачно, мы проиграли. Но то, что стартовало, это уже хорошо. То, что для старшего возраста ребят, которые заканчивают школу, проводят соревнования, проводятся, что они заняты любимым делом, они болтаются и играют. Ну, чемпионат только начался, эта игра еще, у нас еще впереди много игр, и все покажет в конце результата. Не хватило у ребят опыта. Скажем так, по большому счету, вы сами видели, у них было очень много ошибок, что у нас, что у команды соперника, в простейших ситуациях игроки ошибались. Но для этого и проводятся эти соревнования, чтобы они набирались опыта и попадали дальше куда-то. Я сегодня якось, я намагався настроитися на цей матч, але у мене щось, не знаю, дуже погано зіграв, погано себе почував, багато на мені фалили сьогодні. Ну, я думаю, гадаю, що на наступний матч я налаштуюсь добре і буду гарно грати. Ми за цей рік дуже добре піднабрали, тому що нам допомогли наш літній збір, дуже допоміг нам і ми набрали кращу форму. Суперник гарний, добре грали вони, також був напор, тобто протистояння було. И, чувствуется, что соперник не слабый. Мы очень долго ждали, во-первых, чтобы наконец начался этот старт 95-го года самых старших ребят, потому что у нас практически все ребята 11-классники, у нас нету студентов, мы играем 11 класс и младше. В основной состав у нас входит 3 человека 96-го года рождения, младшие ребята. Ну, что я вам должна сказать? Вчера мы играли с Коростами, но вот эта игра очень плохо на них подействовала, потому что там получился очень большой разрыв, и они сегодня вышли в таком состоянии, знаете, эйфории. Очень много выигрывает, очень много замечательно все, а в результате оказалось, что противник тоже рвется выиграть и не дает им разогнаться. И, в общем, я не очень довольна игрой в защите, не очень довольна в нападении. Но, тем не менее, это первые игры. И я думаю, что потом мы наладим соревнования, потому что у нас играет еще и 96-й год параллельно, играет отдельно 96-97. Вот. Так что, в общем-то, мы рассчитываем войти в финал. А там, конечно, как видно будет. Слава Богу, что мы играем старшими возрастами. Это очень здорово, что федерация все-таки настаивает и собирает эти команды, и команды готовы играть, потому что, как правило, в 11 классе это только начинается мужской баскетбол, то есть приближенный к мужскому баскетболу. Я не просто так никого не наказываю, не говорю просто, если он заслужил хорошо, то я говорю хорошо. Правда, это бывает крайне редко, потому что вроде хорошо, а потом раз и плохо. Но это мальчики, особенно сейчас это такой возраст, если их плотно вот так не держать, то ничего хорошего из этого не будет. Ну, а я действительно, наверное, жесткий тренер. Ну, я всю жизнь таким тренером была. И как-то ребята на это не обижаются. Вот мои воспитанники приходят ко мне, и всегда я рада их видеть. И вот накануне у нас приходил 90-й год полностью команда. Пришли с цветами совсем... Значит, наверное, не обижаются, несмотря на то, что я жесткий тренер.